Воспитанникам Центра развития «Звездочка» в Алекминском районе рассказали про татарский праздник Навруз. А началось все с того, что 2 года назад здесь начала работать программа «В стране единой мы живем». Алекминский район многонационален, только в этот детский сад ходят ребятишки более 15 национальностей. От общего перешли к более близкому знакомству с культурой разных народов. О празднике узнала и наша съемочная группа. По-настоящему весенний, солнечный, яркий и теплый праздник прошел у ребятишек детского сада «Звездочка». И не просто праздник. В эту неделю дети познакомились с бытом, традициями и культурой татар. А основой и поводом стал Навруз – день весеннего солнцестояния. Он отмечается 21-22 марта, обычно весной. Я думаю, что в современном мире, когда мы столкнулись с тем, что гражданин 21 века, он должен знать свои корни, откуда он, кто он, я думаю, что это очень актуально, возрождение культуры. В гостях побывали всеми уважаемые участники ансамбля «Юлдуз». Дети такие все красивые, костюм красивый, очень даже. И все они выступали хорошо. Очень понравилось, конечно. Я рада, что пришла, а то не хотела. Болею, поэтому не хотела. Татарская культура, она очень богата? Богата, очень богата, конечно. Но все уже потеряно почти. Действительно, культура татар, язык, обычаи и праздники в Алекме исчезают на глазах. А между тем, когда-то основное население составляли русские, якуты и именно татары. Мероприятие не разовое. Некогда организованный проект стал расширять свои границы. Чтобы сформировать вообще у детей представление о тех национальностях, которые проживают в нашем городе, ну и которые непосредственно находятся вот в нашем учреждении. Прошла у нас уже неделя русской культуры, вот проходит неделя татарской культуры, и следующие у нас еще будут недели. Тепло от детской непосредственности, с какой малыши относятся друг к другу. А важно, чтобы и став взрослыми, они также дружно трудились и жили бок о бок. Елена Пасман, Сергей Копылов, МВК Саха, Алекминск.